Ребята, босс-танк! Все, как я и говорил, ребята, это босс-танк, которого можно уничтожить. Наверное, я не знаю, давайте ядерное кинем ему. Ядерное оружие вперед! Баба! О, отлично, танк начал гореть, ребята! А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами как всегда Юра. И сегодня мы будем играть в завершающую часть Swamp Attack. Так, ребят, ну что ж, поехали. В прошлый раз мы с вами дошли уже до 12 уровня, сейчас мы будем на 12 уровне с вами уже играть, ребят. И посмотрите, совсем скоро, через 10 уровней нас ждет самый главный босс. Так, 9 эпизод еще разработчики не выпустили, так что этот эпизод будет пока что завершающим. Так, ну что ж, и здесь у нас, походу, какой-то танк будет, я так понял. Ну что ж, давайте начнем нашу замечательную игрушку и посмотрим, что мы сможем сделать в этой серии. В прошлой части такая атака была настолько серьезная, настолько тяжелая, что мы с вами еле-еле отбивались от них. Так, что ж нас ждет теперь здесь? Давайте миниганом возьмем и расстрелим вот это все здесь. Просто-напросто, получи, получи. Ой, идут, 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 идут с автоматами. Ой-ой-ой-ой-ой, с автоматами идут. На, получи, получи, получи. Капсулы летят с неба. Так, воздушная атака, помогайте, помогайте. Атака с воздуха пошла. Отлично, отлично. Так, ну что здесь у нас есть еще аккумуляторы, которые будут бить током нашего противника. Сейчас посмотрим, как и что здесь будет выглядеть. Вот так вот пускай идет. У нас есть еще рояль, ребята. Бабах! Мы на голову можем рояль сбрасывать кому-то. Давай, показывайся, кто ты там такой. На тебе рояль. Бабах! На тебе еще один. Ой-ой-ой-ой. Комары прилетают на воздушных тарелках. Из воздуха. В капсулу. Он кто такой? На, получи, 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 получи. Ага, да-да-да. Это, конечно же, все хорошо. Но меня, ребята, посмотрите, меня застреливают. Как так-то? Тяжело очень убить всех, потому что довольно-таки, чем дальше мы проходим, чем сложнее становится, собственно, наша игра. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте с вами с легкостью перейдем. А, и купим эту взрывчаточку. Я хочу себе купить. Так, я рояль не хочу. Я лучше возьму холодильники. Я лучше возьму холодильники. Пускай будут у нас. И давайте возьмем самолетики и... Наверное, батареи электрические. Все, ядерное оружие у нас есть, в принципе. Так что, ребятки, погнали. Переходим на 13 уровень. Это означает, что через 10 уровней мы уже встретимся с нашим замечательным боссом. И посмотрим, на что он способен, в принципе. Получите удар током, получите. Нате холодильник вам. Вам ядерное оружие. О, круто. Вот это да, ребята, видели? Видели, как это замечательно? На лодках плывут. Атака с воздуха. Помогите. О, отлично. Просто супер. О, крокодилов. Сколько падает с неба, ребят? Сколько же здесь будет, а? Интересно просто. Так, 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 подождите. Вау, пошел, пошел. Вау, вот это круто. Вот это круто, да, отлично. Так, что это за у нас такое? Все, погнали. Подарочек. О, подарочек, ребят, ядерное оружие.
Просто замечательно. Это просто отличненько. Так, ребятки, ну что ж, переходим на 14 уровень. 15 уровень у нас, как всегда, НЛО. Стоит помнить, что НЛО появляется каждые 5 уровней постоянно. Так, ой-ой-ой. Подождите. А тем, ребята, кто еще не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь на мой канал. Поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. Спасибо вам большое. Так, кто у нас здесь? Хочу холодильник, наверное. Пускай их заморозит. О, доктор появился. Доктора надо сразу убивать и пылесос. Потому что доктор лечит, а пылесос засасывает все мои принадлежности. Например, вот я атака слоги, подавайте. Они пускай немножко помучаются. Так, и, естественно, давайте аккумулятор кинем. Вот так, пускай доктор бьет. Комары прилетели с другой планеты. О, у нас еще есть одна атака с воздуха, ребят. Сейчас мы ее на кого-то скинем. А это будет кто у нас? Крокодилы. Отлично. Все. Так, ну, ядерное оружие давайте, наверное, скинем. Где они же? Да, давайте, хочу уже скинуть ядерное, потому что там будут эти. Будет много. Пошло ядерное. Пошло. Отлично, просто отлично. Ай-яй-яй-яй, а тут идут эти крокодилы в бронезащитных жилетах, ребят. Все, отличненько, ребятки, мы прошли с вами этот уровень, и мы передвигаемся к 15 уровню. Это уже означает, что босс остался нам 9 уровней, и мы встретимся с нашим замечательным боссом. Попробуем его одолеть, естественно, и посмотрим, из чего он, собственно, состоит. Так, НЛО, как всегда, у нас оружие наше забирает. Здесь ничего такого нормального нету нам. И нам приходится довольствоваться одним дробовиком, а также выбивать из НЛО разную дрянь. Вот, например, миниган. Ну, 100 минигана это настолько мелочно, что и смысла не имеет никакого. Так, ребята, это же, конечно же, все хорошо. О, кислотомета мне дали. Но я же хочу выиграть. О, у меня есть ядерный. Чего я жду-то? Поехали. Бабах. Вот это был большой бубух, ребятки. Отлично. Просто отлично. Так, и здесь что нам предлагают? Ой, у нас еще будет один большой бубух, ребят. Это ядерное оружие. Давайте его сбросим. Бабах. Круто, ребятки. Круто. Так, отлично. Что у нас еще нам здесь? НЛО предлагают. Аккумуляторные батареи. Отлично. Там уже ядерку несут эти ребята. Какие-то. Короче, чувачки несут ядерное оружие, чтобы меня уничтожить. О, еще 100 минигана. Ну, в принципе, это... Никуда его не потратить. О, ядерное еще одно, ребят. Вау. Круто. Все, и тарелка потерпела крушение, и все мое оружие растерялось, и я, естественно, его все соберу. Так, ребятки, ну что ж, переходим на 16 уровень. Здесь у нас что? Давайте, наверное, купим боеприпасов, потому что без боеприпасов, как говорится, не то. Ну что ж, погнали. 16 уровень уже у нас, друзья. Уже на 16-м. Вот это мы быстро доходим. Реально, скоро пройдем уже всю игру. Ох ты какой чувак. Умеешь, конечно, развеселить нас. Наш дом горит, ребята, наш дом горит. Надо срочно что-то делать. Наш дом горит. Так, подождите. Откуда вы падаете? Я не успеваю вас просто. Давайте ядерную на вас кинем. Я реально не успеваю вас уничтожать. Это просто не укладывается у меня в голове. Мне нужно вас просто уничтожить, а вы лезете и лезете. Давайте атаку с воздуха. Пошел. Справа фланга заступают все крокодилы. Давайте. Пылесос засасывает все мое оружие. Ребята, надо пылесос уничтожить. Ребята, надо кидать ядерное еще одно. Вау, баба. Ох, круто.
Так, здесь у нас опять атака с воздуха пошла. Пошла атака с воздуха. Бегом, 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 бегом. Так, 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 светлячки, убиваем светлячков. И с минигана расстреливаем всех крокодилов, тех, что приземляются к нам на болото. Отличненько, ребята, 16 уровень пройден 8 эпизода. И здесь у нас уже есть что? У нас есть... Так, давайте в магазине мы только что забыли купить наши боеприпасы. А это ядерная бомба и воздушный удар. Так, ну что ж, 17 уровень, погнали. 8 эпизода, еще совсем осталось немножко, дорогие друзья. И мы с вами встретимся с боссом, с самым главным. Что же я стреляю? Это непонятно, чем где мой миниган. О, это другое дело. Всех перекошу на своем болоте. Всех убью, так что не подходите. Так. Знают, как лезть на мое болото. Найди еще атаку с воздуха. Все, отлично. Ага, корова. Корова идет злая на мое болото. Отличненько, ребята, 17 уровень мы с вами уже прошли. Давайте купим нашу замечательную ядерную бомбочку, которая нам пригодится обязательно, потому что это такая штука, которая нас постоянно выручает. Это очень-очень хорошо. Так, ну что ж. Здесь у нас злые инопланетяне-нарушители. Так, ну что ж, давайте, ребята, нарушителей этих будем истреблять, потихонечку будем уничтожать. Пускай они уходят к себе на другие планеты, а здесь нам нечего терять после. Так, ну что ж, давайте расстрелим. О, ты такой, а ты такой, на, получи, получи, получи. Так, да, два самолетики, самолетики, пошли, пошли, пошли. Отлично, давайте аккумуляторы пускай током бьют, потому что это никуда не годится. Абсолютно никуда. Вот так вот закидаем аккумуляторами. Кучу аккумуляторов давайте кинем, пускай их бьет током. Все, ребят, посмотрите, там 20 аккумуляторов я кинул. Как вы думаете, оно убьет всех или нет? Посмотрите, ребята, сколько там тока. Получите холодильник. Замерз, ха-ха-ха. Не пущу к себе на болото, не пущу. Всех перестрелю здесь, всех перестрелю. Но на болото к себе я никого не подпущу, ребятки. Извините. Бабах, отлично, круто. Так, что у нас дальше? Идет вот с ядерным оружием, чувак какой-то. Он нам не нужен, он не годится никуда. Да что ж такое, держите атаку с воздуха. Сколько можно-то, а? Ах ты, еще один вылез, ребят. Я думал, уже никого реально не будет, а он вылез еще. Так, 18 уровень, ребятки, мы с легкостью с вами прошли. Это означает, что мы уже переходим на 19 уровень с вами. И на 19 уровне нас ждут, я думаю, приключения отличные от других. Так. Ну что ж, погнали. Подзаряжаемся. Так, ребят, через пару уровней нас ждет уже босс. Погнали. Так. Хо-хо-хо. Ну что, ого, сколько крокодилов сразу идет, ребят. Посмотрите, их просто уйма. Их просто настолько много, что это просто капец.
Ребята, мой дом загорелся. Мой дом загорелся. Куда это годится-то, а? Получи вот эту штуку, получи. Получи удар током. Так, отлично, пылесоса мы уничтожили, потому что пылесос так мне надоедает. Я просто не люблю этого пылесоса, который засасывает все мое оружие. Не люблю, несправедливо как-то. Пускай в него будет оружие, которое будет применяться, ребятки, против меня, но когда оно просто засасывается, куда же это годится-то, а? Скажите мне, так. Получите, злые крокодилы, получите, получите по своим заслугам, так. Так, ну что ж, ребята, атаку мы, я думаю, отбили на этом уровне. Отличненько, мы переходим на другой уровень с вами. Это просто замечательно. Уровень называется НЛО, ребятки. Так как каждые 5 уровней у нас встречаются НЛО, как мы помним. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. Что у нас же ждет здесь. Ну что ж, погнали. Так, НЛО, как всегда, забрало у нас все оружие. Это просто замечательно. Теперь нам не остается ничего, ребятки, делать без оружия. Так, у нас ядерное оружие есть. Отлично, ребятки. Вау, баба. Отлично, мы продвигаемся дальше. У нас даже есть, ребята, холодильник нам дали. Вот так вот, ложим холодильник, и они немножко замерзают. А пока они замерзают, мы будем их бить дробовиком. Понемножечку выкосим. Потому что, да, очень тяжело играть. Так, у нас есть еще один, ребятки, аккумулятор. Это просто круто, просто замечательно. Так, отлично. Эй-эй, что же вы делаете? Эй, сколько вас будет, ребята? Давайте холодильники вам дадим. Пускай вы немножко замерзнете. О, еще один холодильник мне дали. Ой, дом загорелся опять, ребята. Жизни совсем практически нету. Как мы выживем, я не знаю. Да что ж ты будешь делать, а? Опять есть у нас холодильник, дорогие друзья. Давайте его кинем. Дали нам немножко минигана 100. Я не знаю, правда, что мы сможем с этим миниганом сделать. Где-то крокодилы, где же они идут-то? Ага, у нас есть еще воздушная атака. Замечательно просто. Ага, вот и крокодилы пошли. Комары, а не крокодилы, ребята. Нашествие комаров. О, ядерное оружие у меня, ребятки. Баба. Ого, вот это мы с вами убили сразу. Видели сколько? Реально очень много, очень. Вау, отбиваемся, отбиваемся, отбиваемся. Так, ну что ж, ребятки, что у нас тут? Сможем ли мы пройти этот уровень? Расскажите мне. Отличненько, ребятки, тарелка упала, и мы прошли с вами этот уровень. И это уже, ребятки, 20 уровень. Осталось нам 3 уровня, и мы встретимся с боссом. Так, ребятки, ну что ж, я предлагаю, ребятки, пройти. О, у нас тут открылись мини-игры, быстрые миссии. Так, ну мы пока их пропустим и начнем, собственно, с 21 уровня, ребятки. Через 2 уровня у нас уже будет босс. Мы посмотрим, кто это и с чем его можно скушать. Ого, ребятки, вот это 21 уровень наваливается с неба. Посмотрите, сколько валит здесь этих космических зонтов, ребят. Реально ничего больше не остается, как просто расстреливать без конца. Ну реально, кто так делает-то? Давайте атаку с воздуха. Ого, ребятки, они идут и идут, посмотрите, сколько их.
Наконец-то, ребята, мы немножко отбили атаку нашу. У нас есть ядерное оружие, ребят, давайте его кинем. Вот так. Пускай знают, как лететь на мою планету. Получите разряды током. Ого, ребята, сколько их! Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай! Помогите, помогите, помогите! Посмотрите, у меня жизни просто, мой дом уже обстрелян со всех сторон. У меня жизни практически нет на оборону, ребятки. Реально, откуда вы беретесь теперь? Вы видели, сколько их было? Очень много, очень, ребятки. Но все равно мы с вами 21 уровень прошли и переходим с вами к 22 уровню. А это просто не может не радовать, потому что через 2 уровня мы с вами уже пройдем эту замечательную игрушку, дорогие друзья, и посмотрим, на что она способна. Так, ребятки, давайте уже накупим всего, чтобы было. И подкатим, ребята, на 22 уровень. Поехали! Так, ну тут у нас, как всегда, нас встречает пылесос, конечно же. Пылесос может. Пылесос такой чувак, да. Получите, получите, получите. Будете знать, как лезть на мое болото. Держите еще воздушную атаку. Всех перестрелю. Все мы меня уже вот тут вот надоели, потому что я уже с вами полгода борюсь здесь и не могу никак победить вас. Да что ж такое, сколько вас будет здесь, да? Отлично. Просто замечательно. Супер. Этот уровень не такой сложный был. Тот был намного сложнее предыдущий уровень. Это такой уже перед боссом, я так понял, нам решили дать немножко отдышаться. Так, ну что ж, 23 уровень, ребята. Предпоследний уровень. Последний уровень босс у нас. Осталось полуровня на восхождение пришельца. Что за пришельцы? Давайте вот этих пылесосов всех убьем. Держите атаку с воздуха. И, наверное, аккумулятор. Пускай знают, пускай их убивает кто там. Пускай знают, что к чему. Держите ядерное уже, чтобы было. Баба. Круто. Так, ну что. У нас остались холодильники. Так что давайте миниганом будем расстреливать. Да откуда вы это берете, да, ребятки? Откуда вы... Откуда вас столько много-то, скажите мне, откуда? Я просто не знаю, откуда вы беретесь, вас так много, что я просто не понимаю, почему. Так, чувствую, скоро будет босс, говорит охотник. Так, ну что ж, если ты чувствуешь, что скоро будет босс, так давай теперь купим оружие. Много, короче, ребятки, нам надо запастись, потому что босс сейчас нам не простит этого. Это последний босс, и я думаю, он будет самый сильный.
из всех боссов босс. Так, ну что ж. Давайте, ребятки, погнали. Круто, ребят. Вот это мы сейчас встретимся с боссом, наверное, уже. Ребята, босс-танк! Все, как я и говорил, ребята, это босс-танк, которого можно уничтожить. Наверное, я не знаю, давайте ядерное кинем ему. Ядерное оружие вперед! Баба! О, отлично, танк начал гореть, ребята, танк горит, давайте с воздуха. Подмога с воздуха, пожалуйста, давайте, поехали, поехали, поехали. Давайте убьем его, убьем, давайте, война, война, пошла, пошла, пошла. Отлично, ребятки, все, мы так быстро уничтожили босса. Это просто прикольно, просто круто, ребят, реально очень быстро. Вы представляете себе? Так, ребята, мы с легкостью прошли этот уровень. И что у нас здесь? Ага, и профессор сбежал. Я так понял, там в танке сидел профессор. Скоро будут... Ага, все, и нам тут разработчики говорят, что скоро будут выпущены новые уровни. Профессор, ребят, сбежал. Но мне кажется, что когда он сбежал, он что-то упустил. И он обязательно вернется, чтобы нам отомстить, дорогие друзья. Так что будем ждать новую игрушку. Игрушку мы с вами уже сегодня прошли, дорогие друзья. Хочу вас поблагодарить за то, что смотрите мой канал. Подпишитесь, пожалуйста, поставьте колокольчик, поставьте пальчик вверх, оставьте комментарий. Я буду очень рад, дорогие друзья. Ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. И до скорых встреч. Пока-пока, дорогие друзья.